На первый взгляд, никаких актеров. Лишь документальное пространство. Самара – город с уникальной историей. Наряду с общеизвестными фактами, к примеру, эвакуации в годы Великой Отечественной 40 крупных предприятий и военных заводов, есть и белые пятна. Уникальный архив студии «Кинохроники» приоткрывает завесу тайн. Накоплен огромный архив самарской студии «Кинохроники», фактически за 90 лет истории. Не каждый регион в нашей России может гордиться, что на их территории была создана такая студия, студия «Кинохроники». Хранители кинолетописи считают, не все знают, как жил город до революции и в военные годы, чем занимались рядовые самарцы. Мы решили показать еще один советский взгляд, такой красивый, да, отточенный, мастерски сделанный взгляд на Россию и, точнее, да, на город Куйбышев. Наконец мы решили собрать 4 дня, показывать их фильмы о нашем прошлом, ну, который, конечно, дает уроки и для нашего настоящего. Фестиваль документального кино продлится до 22 февраля. Фильмы будут показывать ежедневно с 7 до 9 вечера в галерее «Виктория». Всего самарцы увидят порядка 20 кинолент. Валерия Квасневская, Константин Головин. События.